Это уже не первая персональная выставка юной художницы. В прошлом году картины Насти Кувшиновой выставлялись в Энгельсской картинной галерее. Теперь эти работы в музее имени Чернышевского. Больше 40 картин. Настя занимается в школе искусств 6 лет. Ее вдохновляют путешествия, музыка, любимые сказки и фильмы. Девочка – поклонница немого кино. Несколько картин из коллекции с Чарли Чаплином. Больше всего юная художница любит писать на природе. Среди картин много пейзажей, натюрмортов. Также Настя любит и пишет котов. Например, сказочного персонажа чеширского кота она писала неделю. В темноте у него светятся глаза и улыбка. Также на выставке есть и автопортрет Насти. Она написала саму себя по фотографии. На работу ушло всего пару дней. Я ее написала, когда после того, когда мы сплавлялись по реке Медведице, там мы отдыхали, и как раз там было много кузнечиков, и я их ловила. Мы сфотографировали меня, а когда мы приехали домой, я решила себя написать. Здесь также представлены работы преподавателя Насти Екатерины Яковлевой. Она занимается с девочкой 2 года. Результатом стали многочисленные награды и дипломы Насти. В прошлом году юная художница стала обладателем именной губернаторской стипендии. Она создает свои работы с музыкой. У нас часто музыка включена, если у нас тишина, она поет сама, танцует. То есть у нее вот такой творческий очень интересный процесс, и за ней очень интересно наблюдать. Настя мечтает стать известной на весь мир, очень хочет поехать в Италию со своими работами, но пока из-за пандемии поездку отложили. А вот в Саратове выставка будет открыта до 19 февраля. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов 24.